Дорожання. Да куди ж що? Потому що 2000 гектарів у Харківської області вимерло. Да, 2000 гектарів. Як же ми жити будемо далі? А ми жити будемо отак, з протягнутою рукою. Отак він говорить, отак, з протягнутою рукою. Протягнутою. Отак. Ну, спасибо вам. Дай вам пожалуйста, Бог здоров'я. Дай живіть вам довго і протягнути руку. Та ні! Це ж музикант. Це потягнути. Как вы думаете, Роман, что всех нас ждет в ближайшем будущем? В ближайшем будущем нас ждет суммированный результат нашего прошлого. Можно остановиться поподробнее? Можно, конечно. Даже нужно, я бы сказал. Мне кажется, что, говоря о будущем, мы вступаем на вот эту самую шаткую почву. То есть, если мы способны видеть это будущее свое. Вот вы лично способны видеть свое будущее? Лично я способен видеть свое будущее. Оно мне иногда снится. Очень убедительно. Я тогда действую по какой-то схеме, которая пришла ко мне во сне. Вот. И когда я его не чувствую, я себя чувствую очень неважно. В прямом, буквальном смысле этого слова. Когда я его не чувствую. Но в большинстве случаев я его чувствую. И думаю, что в ближайшем будущем, в плане нашей работы, или импульса, или случая, который собрал нас совершенно случайно, вот на этих гастролях. Нас ждет, конечно, ряд очень серьезных разочарований. Понимаете, для того, чтобы получить разочарование, совершенно необходимо быть, как я считаю, уже давно, для начала очарованным. Что очаровало вас до того, как вы стали чувствовать, предвосхищать разочарование? Я человек доверчивый, как и вы. Я привык верить людям, привык доверять ситуациям, привык доверять себе, но в нашем случае здесь. Мы не принадлежим себе. Мы делаем некое дело, которое в руках у других людей. То есть мы делаем свой участок. Что касается нашего участка, вашего участка, моего участка, я не сомневаюсь в том, что мы его сделаем максимально хорошо, и здесь не будет никаких срывов. Другое дело, чувство удовлетворения, как у Чукчи, у которого до революции было два чувства, чувство холода и чувство голода. А после революции появилось чувство глубокой признательности.